по ГОСТу. Ой-ой-ой. Ты жив? Да, я еще как-то понял, что вы сразу не умрите, все, пожалуйста, пошла. Поздан. Поздан, по-моему, Марик. Отлично. Я пойду попробую вход найти. Вроде нашел. Мне отойти? У меня только что человек там упал вообще. А потом он тебя отнулся обратно. Спитер, мне ждать тебя или... То есть будешь отстреливаться? Я буду стрелять. Хорошо, я захожу тут. Да сейчас ты стреляешь, да? Это я сейчас пристрелялся как бы, но... Сколько там? Ну, один. На западном входе был. Так, одного вижу, бежит. Да, поза северо-запад бежит. Они, кажется, умнее, они не хотят отсовываться. Ага, то есть в прошлый раз были тупее. В прошлый раз как бы там двоих или троих было. Внизу кто на первом этаже уйдет? Там в первом этаже бегает, если что. Понял. Ты один остался? Да. А, ну тогда я к тебе, пожалуйста, все. Все. Так, один сидит в этой стекляшке, в комментаторской. А, ты внутри уже, да? Да. Ты через какой зашел в вход? Южный. Там припаркованы. Ко мне идет. Живой ранен очень сильно. Откуда ты ранен? Бежал ко мне маслинок лагающий. Вышел из ниоткуда. Бежал? Наверное, не знаю. Я вам пару кпшек послал. Перевезу. На каком ты этаже? На втором. Я на лесенке. Ну, пора пить. Блин, медицину надо было взять, ни хрена нет. Huh?
Ты видел Вони? Да, я внутри. Блин, перевязки нет. Я через этот ход зашел, где Воника. Я понял, я тебя натянул. А я спустился на первый этаж совсем. На второй. Тут какой-то масленок, я убил его, по-моему. Нашел. Ко мне бежит кто-то. Это я понимаю, как в прошлый раз убил его ученого. Хорошо. Так, ты аккуратнее, они там бегают по кругу. Не знаю. У меня ГП есть. 3. Могу туда выдвинуться. Ну он стоит там в стекляшке прям. Ну я выдвинулся тут в том направлении. Кто-то бегает у меня. Убил? Нет, он по мне. Он перезаряжается. Вот он идет. Выстрелил ему в спину. Убил? Да. Красавчик. Стрелю. Двигаюсь дальше к стекляшке. Стекляшки там есть. Это сейчас выпускаю все, что у меня есть, стекляшка, пока не разобью ее. Подожди, надо это. Что? Музон куда включил. В стекляшке музон. Так вижу, ты бежишь, погоди. Блин, мне своей ГПшкой же прилетел. Там лежит, короче. На нижнем этаже. Лови гранату. Убила? Убила, нет? Нет. Черт. Живучий кочегар. Она упала вниз, что ли? Не знаю, но анимация почему-то долго шла. Сколько он тебя пуль пустил? Ну, она у меня улетела, по крайней мере. Она вниз, да, вроде упала. Ну, его вроде как немножко покоцало.
Да нет, я на него обращал внимание, он целик как-то стоял возле входа, так и стоял. Сейчас его салют-то. Он снайпер, хотя нет. Надеюсь, у спитера есть чем, кроме СВДшки, пистолеть. Ой. Кочегар бедный уже извертелся, у него прям нервы. Такой накал. Не знает, какой вход в караулить. У него же там стекло, блин. Кочегар, тебя же видно. Мои мысли прошли. Реакция. Беги ты из этой стекляшки, беги, которая не простреливается. Ее разбить надо. Можно? Через стекло? Она как объект? Ну, она объект, да, но там надо несколько магазинов, по-моему, из СВД попасть туда, чтобы она разбилась. Стекло. Разбить можно. Но очень прочно. Да посмотрел бы стекло, потом где он, и так прицелился, бац туда. Шанс ведь есть. Ух. Ну. Во. Последний, по-моему, ГПшку. Беги. Сейчас, снайпер сюда. Че он лег? Он нам ранил, то что мочит что-то. А он вышел. Зря. Кочегар. Ну блин. Питер, он что, отошел что ли? Да он вышел уже. Ну ё-моё.